Одобрен проект закона, предлагающий расширить список имеющих прав на получение бесплатной юридической помощи. Это было сделано на очередном заседании в парламенте республики 17 ноября. Альбина Ламкова с подробностями. У каждого человека рано или поздно возникает ситуация, когда необходима квалифицированная юридическая помощь. Многие уже с этим сталкивались, но, к сожалению, услуги профессионала стоят значительных денежных средств. И не все граждане имеют возможность обратиться за поддержкой. Вот для чего и был принят закон о бесплатной юридической помощи, как на федеральном уровне, так и на республиканском. Но ранее в нем был значительно ограничен круг лиц, которым эта услуга оказывалась. Депутат Карачаево-Черкесского народа. Собрания Муса Хабалевич Экзеков выступил с такой инициативой. Его поддержал и глава Карачаево-Черкесской республики, председатель, и депутаты Народного собрания КЧР поддержали данную законодательную инициативу. Теперь в этот список вводятся безработные граждане, многодетные семьи, беременные женщины и одинокие матери. Для реализации прав граждан по оказанию бесплатной юридической помощи на территории республики уже создано и действует с 2013 года Государственное юридическое бюро. Юристы организации готовы оказать любую услугу. Эту помощь граждане могут получить и в приемной депутата Народного собрания республики Мусы Экзекова. Наша приемная депутата Мусы Хабалевича Экзекова по улице Даватора, дом 17. Вы можете обратиться к нам. Мы работаем с 9 до 13.00, будние дни. Там тоже мы в приемной Мусы Хабалевича Экзекова оказываем бесплатную юридическую помощь всем категориям граждан. А также вы будете иметь возможность обратиться с заявлением на имя депутата, если вы считаете, что каким-либо образом нарушены ваши права. Причиной принятого проекта закона, предлагающего расширить список имеющих прав на получение бесплатной юридической помощи, стал тот факт, что по всей стране на фоне пандемии коронавируса выросло число безработных. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия.